у нас есть такие люди, которые думают, что они познали эту жизнь и представляют, как к ним подходят и спрашивают совет. Например, я говорю с ребенком и представляю, как к ним подходит человек и спрашивает: «Вау, вы с холстом? Вы художник? А как у вас получается замещать материнство и творчество?» И я начинаю с многими рассказывать. Главное – это иметь цель, иметь желание, иметь вкус. Но ничто не должно противоречить твоей сущности. Чем об этом вдохновение в твоем ребенке? Ребенок пришел тебе не просто так. Ребенок раскрывает творческие шкры, творческую энергию. Вот берет твоему ребенку все искусство, которое ты творишь. Вы становитесь ярче, сочнее, красивее. Да, нужно время, нужны силы, нужно терпение. Терпеть. Либо тебе придется терпеть то, что нужно немножко стараться, немножко прилагать усилия, совмещать все это, ребенок, семья, творчество. Либо тебе придется терпеть то, что как ты себя не увидишь, потому что не можешь быть на это время, и становишься говном, унылым и несчастным. Так что